Какие события, какие подвиги, какое величие мы видим в истории и что мы видим сейчас. И как понимаете, и вот уже это одно, а помимо того уважения, чисто человеческое уважение, говорит о том, что ведь наши родители там, ну наши, особый вопрос, наши предки были великими людьми, и они придерживались национальных, они принадлежали какой-то нации, принадлежали этике этой нации, принадлежали государству. То есть это была некая духовная единица. И естественно, сейчас эти космополитические доктрины, которые нам усердно навязываются, этот псевдоинтернационализм, не истинный интернационализм, о котором писал Ленин, и который состоит в том, что собственная нация, вначале человек постигает бездонность собственных национальных традиций, а потом уже смыкается и, как бы сказать, выходит на диалог. У нас ведь все это воспринялось вульгарно, через голову, задом наперед. И поэтому наше отношение к нации, мы должны нацию очистить. Мы должны очистить духовно нашу нацию. Политические преступники, которые стояли за процессом вульгарной интернационализации, которые нанесли удар по сердцу нашего народа, по сердцу нашего государства, по нашей традиции, они должны быть привлечены к ответу. Должны, и они будут привлечены, потому что такова воля народа.